Смотрите, ребята, я на мойке автомобилей. Вообще мне это очаровывает. Вот ящичек сейчас в центре экрана. Это где платить? Ну, давайте изначально. Вот она, достаточно большая мойка. Она самообслуживание, цены очень невысокие, я бы сказала. То есть, например, обмыть мою машинку, вот сейчас она в центре экрана, можно, в принципе, рублей за 150. Может, подороже сейчас муж взял. Вот. Муж обнаружил эту мойку, молодец. Я сама ни разу не ездила, но с ним вместе было дело мыло. То есть идут вот такие вот боксики отдельные. Дари, ай, у меня тут собачка просто меня дожидает. Да, жди. Вот, идут отдельные боксики. Боксик заезжает, автомобильчик. Вот как раз сейчас черненький только-только запарковался. После этого ты платишь, можешь денежкой, можешь картой. По-моему, вот там вот есть, где денежку можно разменять. Ну и все. Можно вымыть машинку, можно вывесить коврики, там есть защипы специальные. 10 минут. А? 10 минут? Ты будешь стоять 10 минут? Да. 5 минут сейчас откидается. Кошмар. Так вот, ну вот 10 минут. Подожди, я хочу это рассказать. Ну и вот, соответственно, можно сначала облить водой. Потом можно вот так облить пеной. Ну, как бы в большинстве случаев после этого сразу тоже обливает водой. И достаточно. Ну, вот тут у меня муж решил, что пусть она отмокает. Честно говоря, у меня очень грязная машинка была. У нас дерево стоит такое плюющееся. Оно каким-то соком плюется, и она вся липкая становится. А к этому липкому прилипает пыль. И, соответственно, вот машина вся как бы это, вся липнет очень сильно. Ну и вот, так что 10 минут мы сейчас будем отмокать, а потом водичкой обмыв идет. А пес решил, что мы тут совсем надолго, и решил спать пора. Залег спать. Ну вот, наша красотка.